Московское шоссе. У дома номер 22 столкнулись Hyundai и Renault. Обе машины двигались в одном направлении от автозаправки. Вот что говорит женщина, водитель Hyundai. Я стала смотреть налево, убедилась, что он поехал, была пустая полоса, он резко затормозил, и я в него. В него? Да. Он пострадал, да, сейчас? Ну, говорит, что ему плохо, да. Плохо, да? Вы сами как себя чувствуете? Я нормально, я была пристегнута. Ну, шок. Как бы, да, так, шок. Шок, да. Да, понятно. У вас опыт-то большой? Ну, больше 10 лет. На место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД и бригады скорой. Водителя Рено осмотрели медики. У 37-летнего водителя диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника. От госпитализации мужчина отказался. И накануне тоже на Московском шоссе у дома номер 23 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Шевроле» сбил переходящую дорогу 58-летнюю женщину. С множественными травмами пострадавшая доставлена в больницу. В Твери на улице Шишкова мусоровоз столкнулся со встречным «Вольво». Пострадала женщина 77-го года рождения, водитель «Вольво», с ушибленной раной лоба. Пострадавшая доставлена в больницу. И вновь Московское шоссе. Автомобиль Kia Rio на скорости съехал в кювет. Пострадали водитель и пассажир иномарки. В Тверском областном суде вынесен вердикт по делу Рафика Тертеряна, обвиняемого в убийстве двух человек, совершенное группой лиц. Согласно обвинительному заключению, преступление было совершено в июне 2009 года. Подсудимый, находясь у дома номер 3 по третьему переулку Кирова в городе Торжке, на почве личных неприязненных отношений, действуя вместе с родными, из огнестрельного оружия убил двух мужчин. Следственными органами фигуранты были объявлены в международный розыск. 3 июня 2019 года местонахождение Тертеряна установлено на территории Италии, где он проживал под подложным документом. 1 августа 2020 мужчина экстрадирован в Российскую Федерацию и помещен под стражу. В отношении остальных двух фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство. Их розыск продолжается. О приговоре суда мы сообщим в следующем выпуске патрульной службы.